Привет, мой друг. Ага. Да, друзья, это Визор, и у меня на аккаунте Вагбан висит. Но получил не я его, а один, так скажем, мудень, которому я дал свой аккаунт, чтобы он играл со мной. Антох, ты видишь, да? Экран уже, все. Вот, да. Как я вчера узнал об этой всей штуке? Антоха мне написал вчера в 4 часа, да, Антоха? Угу. О том, что он орёт. Я не пойму, с чего он орёт. Потом узнаю, что я лох с Вагбаном. Вот. Я думаю, ну, он мне пишет на втором аккаунте Вагбан. Думаю, бля, пиздец, добыть же не может. И что вы думаете? Проверяю второй свой аккаунт. Так, не это. Проверяю второй свой аккаунт и узнаю, что вот такая замечательная табличка у меня на аккаунте. Что я, все, я с Вагом уже. Думаю, бля, пиздец. Пишу этому мудиню в скайп. Вот он, этот мудень. Он меня удалил с друзей. О том, что за херня? Все. Нету ничего. Он меня удалил, он мне не отвечает. Его канал... Это вот был вот такой. Видосы что-то там были еще. Но сейчас там уже нету ни хрена, абсолютно ни одного видео. Вот. Начал с ним попиздел. Короче, я до него так и не достучался. На стриме пытался я ему писать, пытался писать еще мой один подписчик. А, хочешь прикол? Он тебе, короче, все, которые ты, ну, ты ему комменты, да, писал, он все удалил твои комменты, я зашел, посмотрел. Да. Браво. И он удалял, вот как раз он вчера вел стрим, и он удалял все комменты. Я ему дизлайк поставил. Да ему все поставили дизлайки, вчера он все видосы поудалял, потому что мы под видосами начали его хайпить, просто этого придурка. Вот. Дальше, что происходит? Ну, я чекаю дальше свой Steam, тут как бы вот моя переписка с ним, о том, что он, все-таки я с ним общался, мы с ним разговаривали, он со мной катал неоднозначно уже, как бы. Тут как бы все есть, и Вагбан не прилетает. А знаешь, что обидно? То, Prime. Что ты апнул, да, ты Prime апнул на том и сразу уже привязал этот номер. А теперь ты не можешь, так как я на том же получил, да, Вагбан. Да. У меня был к тому телефон привязан к моему. Теперь я привязал к своей девушке телефон. Да, вот это самое вот самое обидное. И вот я создал пост на одном форуме о том, что да, я сам как бы лох, я ему дал аккаунт, но он играл, однако же, блядь, софтом. Потом самое начинается самое, сука, интересное. Вот он делал репост у себя на страничке розыгрыша Бога Червей. Вот как бы его страничка, и вот репост. Его. Он мне пишет, что это все фотошоп. И веду я вчера с ним переписку. Вконтакте, как бы. Переписка заключалась следующим образом. Вот он. Угу. О, сразу в ЧС кинул. Видно. Это у меня потом в ЧС уже кинул. Добавляется, пишет, ты кто? Сначала на стриме сказал, что меня не знает. А его модератор говорит, да как же ты его не знаешь? Типа, он же с тобой был. Вот. Я тут ему пишу, типа, не тупи, все такое, туда-сюда. Как бы, если кто захочет на паузу поставить, почитает, с чего тут вообще все как бы началось. Вот. И потом он мне говорит, что, типа, его скайп я не должен палить. Но, однако же, канал, вот этот канал, это не его канал, это канал его друга. Вот был у него ВК. Заходим на ВК, в страничке не существует. Мажор Леха, это было. Это было. Сейчас у него вот этот аккаунт уже не мажор, Лолкек Чебурек. А я ему напишу. А у него, у него закрыто все, у него все закрыто. А не, а вдруг я сейчас со своего зайду? Ну, на тебе ссылочку на него. Давай. Вот, ссылки все будут в описании к видосу. Вот, и смотри, что дальше было, короче, какой прикол уже, да, вот я же ему пишу тут. Он типа, это не я, типа, ты попутался там и все остальное. Вот, я пишу, типа, что за хуйня, ты меня типа наебал, потому что у тебя были репосты. Он мне пишет, фотошопер, блядь, все понятно тут. Ару, его Steam аккаунт, это был его Steam аккаунт, вот этот. Его сейчас нынешний Steam аккаунт тоже поменял, айдишники. И самое прикольное, у него группа есть в... Как, короче, я спалил его новый Steam аккаунт. Его группа была. Так, это канал его. Вот, группа первая его. Бля, а знаешь, что еще самое обидное?
Вот, вот. Еще с вами. Ну, давай начинай, говори. Сейчас, ну вот, его группа. То есть он тут администратор, он сюда не выйдет. Для того, чтобы взять просто-напросто и поменять там. Как не палил, все равно я его спалю по айдишнику. Вчера попросил друзей включить репорт-бот на него. И он сразу сменил вот, вот это вот все. Он начал менять после того, как репорт-бот начал работать. Как бы вот так. Говори, Антох, что там самое обидное? Бля, вот самое обидное было то, что когда я с вами в ММ пошел играть, я тебе вот сразу говорил, что он щитами. Я не буду играть, так как он, блин, оскорбляет меня и тому подобное. Да, я и на тебя поагрился. А ты мне не верил, и ты как бы на его сторону перешел, вот это самое обидное было. То, что ты вот с каким-то маленьким сосунком, блядь, играешься, и он выебывается, типа я глобал. Я вот сразу знал, блядь, что он с щитами апнул этого ебаного глобала. Потому что школьники, они не могут, блядь, без щитов играть, понимаешь? Ну да, согласен, а ты меня и прости. И вот мне дали 7 дней бана, 7, на том аккаунте. Я вот, блядь, так у меня жопа подгорала, это пиздец был. Да, ты меня прости, тут я был вообще жестко неправ. Вот. А, и еще момент, давай посмотрим КС-очку сейчас. Немного. Я надеюсь, тебе будет сейчас все видно. Сейчас я запущу. А, блин, мне сейчас надо перейти на его Steam аккаунт. На тот Steam аккаунт, на свой. Сейчас, секунду. Чтоб не палить ничего. Outlast 2? Да. Этот Warpatch, знаешь, это снимал. Он 8 часов играл и прошел. А я там, короче, я там, короче, взял, запутался чуть-чуть. Я так в нее дальше не играл. А где именно? Да там практически в самом начале. Вот, знаешь, вот самое прикольное было, когда он там сына у него, ну это баба, ну я вообще не понял, от кого она залетела, от него именно или от другого. Ты можешь это, не будешь тут водить прям, а то спалят тут ту контору. Так, там в БСке не спалят. А. Это ты то видишь, а БСка нет. Так вот. Самый был прикол, да, вот когда я вчера, блядь, охренел от этого вагбана, понял? Типа, что за дела? Бля, я тебе вот сразу говорю, вот у меня жопа чуяла, что, блядь, школьникам верить нельзя. Вот, вот слова мои лучше вот попомни, вот никому никогда не верь. Согласен. Так. Блядь, школьники наебывают просто. А ну-ка, давайте, сейчас будет видно КС-очку или нет? Просто посмотрим сейчас пару демок о том, как вот он конкретно играл, его кикнуло непосредственно в самой игре, и ему написали о том, что ты Вася Ло. Тебе видно КС-ку? Угу. Вот. А сейчас секунду. Глобальная брокировка. Сейчас, да, секунду. Я каждый день чекал твой профиль и надеялся, что там будет ваг. Видишь, и этот день настал, блядь. Вот. Осужден патрулем. Серьезное нарушение. Глобально. Так, а ну-ка сейчас проверю, чтоб. У него, короче, знаешь, да, почему это. Быть. Осужден патрулем, потому что он по легиту играл, как я понял. Я тебе сейчас покажу больше. Там не то, что легит, сейчас как раз загрузим. Там нет. А, так, лучше сейчас два матча надо крутить одновременно. Сейчас я лучше тут переделаю сразу, чтоб. Так, походу. О! Вот так вот лучше будет. Вот. Там он не по легиту играл, там он играл вообще, не знаю с чем, я не знаю как. Но палился он жестко. Ну что надо друзьям близким верить. Ну, эти не близкие, конечно. Так, сейчас загрузится у нас вот эти вот моменты. Просто вот здесь, вот в этом раунде, вот тут, его кикнуло сразу до, получается, до начала матча. То есть начинается первый раунд, его кикает нахрен сразу. Поэтому он тут не играл. Я не думаю, что стоит этот матч смотреть, как бы, за ним. Вот он матч. Вот его моменты. Начнем. 31-13, шоу. Все головы, ну, пиздец, ты понимаешь? Все да. Головы. И теперь ну, давай пиздец. Смотреть будем. Посмотрим не с разминки, я вчера смотрел с разминки, но посмотрим с первого раунда, как он играл. Давай, давай. Я тебе говорю, это было настолько, чувак палевно играл. Картинка. Стоп, о. Сейчас. Где он наш принц? Вот он.
смотрим за ним. Я буду специально ставить на медленную перемоточку, чтобы было видно, как и что он делал. Смотри, вот сейчас по-любому он сейчас на голову будет наводить. Так, вот сюда вот поставим, вот так вот, да, пусть тут лучше стоит. Шорт чистый, смотри, шорт чистый. А. Ну почему он, знаешь, и шорт чистый, ты понимаешь? Смотри, он, сейчас, у него X-Ray включим. Вот. И замедляем съемку. Смотри, лонг, чувак идет, смотри. У него не только ВХ. У него даже не на голову навелось, лонг. Да, прицел у него стоял как раз таки не на голове. Смотри, видишь, дальше. Один шорт идет, один шорт, он знает. Просто знает. Да, и вот самое интересное. Так, это, по-моему, не в этом будет раунде, это будет в следующем раунде. Нет, он еще одну ебалу должен сделать. Он сейчас даст, смотри. Смотри, как он сейчас даст. Вот, я опять заметил. Смотри, чувак прыгает. Через коробку. Он стрелял не в голову. Он через коробку навелся. И через коробку навелся, да, я же тебе говорю. Давай дальше перемотаем, чтобы побыстрее ускорим. Начинается раунд. Закупает он здесь у нас хаешку. Или нет? Я не помню, в каком раунде купит хаешку. А, тут юмп. Вот. Вообще сейчас будет жестко. Замедляю опять. Нижняя тэшка идут все. Кроме одного чувака, который... Он вот еще он и за смоком следил, как он да, падал, блядь. Смотри. Все идут тэшка. Идут смотри. В тэшке, да. Четыре человека. Да. Смотри, как он стреляет. Видел? Во второго, вон, видел? Во второго. Смотри. Прицел у него дергает. Это даже не он зажимает. Это все за это него. Это софт. Да, это все из-за него. Вот, смотри дальше. Убил. Кое-как убил. Начал стрелять через со стену, стены. Через стену. Вот, ну это пули. Пиздец. И он потом будет говорить, что он не ВХшник. Да он с читами спалился. Вот, только первые два раунда он уже с читами играл. Я не знаю, для чего он это сделал. Вот, кстати, доказательство того, что он выгнал меня из своей группы. Вот, видишь, он с тегом играет. Кустоверент. Кустоверент, точнее. Если быть точнее, блин. Сейчас покажу скриншоты, как бы. Это... Да, слышь, вот, слушай меня лучше, вот. Вот никому никогда больше не давай свой аккаунт. Вот, мне вот ты можешь доверять, вот. Я тебя никогда не кину, блин. Ну, с тобой-то да, с тобой уже знакомы не один месяц. Вот, смотри, как он сейчас будет стрелять. Я сейчас замедлю, просто смотри, как он сейчас будет стрелять по чуваку, который вот вверху сейчас стоит. Смотри, такой, раз. Видишь, палит их. Видишь, он как, вот, смотри, вот за ним. Оп, блядь, ведь целый, он просто наводит. Видел? Блядь, это пиздец. Вот, как смотри бы по второму. Нет, тут АИМ нету, у него просто наводка. Не на голову, а просто. У него, да, какой-то что-то либо легит бот, который дефоп стоит непонятно, и куда он целится, туда он просто и доводит. На тело, либо на голову. Смотри, вот момент. Он классный. Все по легиту играет. Смотри, у него вот, есть хаешка. Как он знает, вот смотри. Как он знает, что справа смотри. Справа, чувак. Смотри, хаешку как бросает. Четко. Ну типа, знаешь, я не палюсь, я просто туда да. Хаешку кину и инфу дам пацану, что он там справа. Да это все ясно, блядь, он хаек кидает, блядь, знаю где он. Я не думаю, стоит дальше демку смотреть или ну нафиг уже. Ну шорт вот. Ну это понятно. Он забрал. Я думаю, дальше смысла смотреть демку нету, как бы он уже спалился тут на многих моментах. А я тебе вот сразу говорил, что он щитами, он блядь, или бущины, или щитами играет просто. Так, и дальше сейчас посмотрим. Я покажу вот скриншоты его. Точнее. Захожу на свой аккаунт, его профиль. Сейчас скайп еще раз спалим его. Вот, это вчера блокировка, а у меня все, блокировка. Три часа назад он был в сети, он меня в этот момент, получается, удалил со скайпа. То есть это было где-то примерно в районе 12 часов, потому что ты... А, нет, я в 6 же тебе ответил, так ведь? Да. Вчера. Это, получается, было где-то часа в 3 дня, потому что его кикнуло оттуда. Вот. Репосты я показывал уже. И скайп еще раз его сейчас палим, чтобы уже было как бы честно совсем. Вот так. Вот он его скайп. То есть это как бы все вот в натуре, чувак, просто придурок, конкретный придурок. И потом писать еще мне о том, что он типа ничего не знает, что он не делал никаких репостов себе на страницу, о том, что это не он, канал не его, но скайп его сейчас где там. Тут я пишу, ты меня кинул, наглую пиздишь.
И смотрим потихоньку. Это ему про репорт бот уже пишу. Зря я тут написал. Он мне тут начинает про авторские права. Что типа вот, мой скайп, палишь. А вначале он говорил, что это не он, а канал его друга. Видишь, какой хрен? Это статья. Какая статья, да, блядь? И, вот, это, он, блядь, школьник, и блядь. Вот он меня был выгнан. То есть это было сделано вчера в 3 часа дня. Он получил вакбан и сразу кикнул меня с группы, с этой же. Это его группа, вот таки как раз. Вот, без разрешения авторских прав. Я с него уже начал так просто-напросто орать. Итак, друзья, итог данного видосика. Я скину в описание к видео все его данные, ВК, контакт, все, что есть у меня на него. Надо его просто-напросто уничтожать потихоньку. Чтоб он знал, как кидать людей. Все, всем спасибо, всем пока.